Здравствуйте, это канал Максимадзе и Андрей. И это новые серии по модному летсплею. Да, мы уже сами не помним, какая это серия по счету. Но мы сняли уже дофига. Короче, в прошлой серии мы победили гриба Тавра, в лабиринте Минотавра побывали. Пошли к Гидре, у него Гидра, его к Гидре пускают, меня не пускают. Какого фига, я не понял, это какой-то глюк. Меня тоже должны были пустить. Как будто я это, и не... Как будто я не победил босса этого. В итоге я уже без него в одиночку сходил за кадром, победил. Сходил еще один лабиринт Минотавра и победил еще одного, третьего уже гриба Тавра. Причем без использования креативного режима. Нет, не помогло, все равно Гидре не пускают. И какой-то глюк, в общем, я не, и его не исправить я никак не могу. И... Ничего с этим не поделаешь. Ручно. Короче, ребята, на этом прохождение у нас прохождение Сумеречного леса закончилось. Отличное обновление просто, блин, которое... Я ненавижу вот эти штучки. Это мусор. Сбрасывай на карту. Блин, я выбросил мусор из самого себя в карьер. Не помогло нифига. И, в общем, придется смириться. Очень жаль, я очень хотел в башню Гаста сходить. Но не получится. Вот я не понимаю, нахрена вообще сделали такое обновление, чтобы... Вот раньше в старых версиях не было никакого порядка обязательного. Там куда хочешь, туда и иди. А тут обязательно так. И не, это даже не выключить нельзя никак. О, сколько картошки-то наросло. Пора пожарить. Короче, вместо Сумеречного леса надо, я думаю, мне вот чем заняться. Я хотел бы сходить, поискать какие-нибудь другие биомы, там зимний биом найти, джунгли тоже было бы неплохо. Ты картошку как только соберешь, обратно ее посади, ладно? Ну да, а все, что, а то, что останется из картошки, я пожарю. Так, а еще... Нам надо будет много песка. Ой, еще только что одна выросла. С песком больших проблем, я думаю, не будет. Ну и кроме того, надо бы уже, наверное, начинать искать и убивать эндерменов по одному. И это... Жемчуги эндера начинать. Для финального прохождения, да? Начинать уже потихоньку это... искать. Короче, я думаю, вот что сделать. Перенести эти печки на третий этаж. И, кстати, курочки, которые у меня были в доме, куда-то они пропали. Деспавнились, скорее всего. Такое бывает. С мобами, которых ты как-то не назвал. По-моему, только этой биркой как-то фиксится тема. Не знаю, может так, но это убрать, конечно, потому что вот здесь зачарование было, можно было бы сделать. Ладно, с этим разберемся потом, а печки эти две поставим тут. И в каждую... Уголька положим. Ну-ка. Нам нужна воронка, короче. Ну, сделай я. И, кстати говоря, я, когда, но зато, когда я убивал третьего этого гидротавра, я добыл офигительный просто топор. Алмазный топор Минотавра. У меня такой есть. Да, ты когда того первого убил, ты такой получил, я помню. А еще я только что Минотаврины приготовил. Давай, Минотаврины, поедим. Сейчас надо пока. Ох, сколько у нас земли. Слушай, не хочешь заняться терраформингом? У нас земли очень много. Не знаю, мне бы хотелось на самом деле сейчас посмотреть, какие можно новые мечи скрафтить. Я покажу с реалмитовым.
Так, давайте. Ой, не ту кнопку нажимаю. Где у нас тут эти мечи-то из этого крафта? Из The Divine RPG мечи надо посмотреть. Сколько тут всего прикольного, ё-моё. Тут можно тыквы разные еще делать. Тыква-циклоп из золотых слитков можно тыкву-циклопа сделать. Можно сделать тыкву крипера из пороха. У меня, кстати, может найти. Ну, это чисто декоративные, мне кажется. Из ифритовых палочек можно сделать тыкву ифрита. Тыкву фроста. Для этого нужен ледяной камень, который вот, чтобы найти, мне было бы неплохо это отправиться и поискать ледяной этот зимний биом. Вот чем бы я бы, наверное, в этой серии битами бы и занялся. Но сначала я хочу мечи посмотреть. Вот. О, расплавленный камень. Из него можно сделать... О, класс, класс. У нас такие камни еще есть? Ой. Какие? Незеритовую руду я возьму из двух... Я нам обоим такой по такому мечу сделаю. Ладно. Он, короче, 10 урона наносит и при этом еще и поджигает. Так, а где у меня золото? А, вот. Это очень прям, это очень полезный меч, мы прямо сейчас его сделаем. А, блин, а почему я с самого начала его не додумался сделать? Я не знаю, потому что ты не додумался его сделать. Логично же все, по-моему. Да. Так, мне уже хватает. Так, теперь надо еще и здесь. Ой, я что-то... А, подожди, нет, из этой руды не делается, не делается. Так, стоп, надо будет все ресурсы распределить. Из чего этот камень делается? Расплавленные осколки? А где расплавленные осколки взять? А, это надо адских пауков убивать. Прикольно. Ладно, я, короче, направлюсь тогда в ад. И надо много пауков таких убить. А как делается этот ледяной меч? Вот ледяной меч или из ледяного камня? Они выпадают. Их. Короче, давайте я схожу в ад, немного пособираю таких. Надо воронку скрафтить. Точно. Так, железо, где оно у меня было? Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Погулять вышел я. Вот так. А, все, прекрасно. Воронка есть. У нас в карьере скоро опять кончится горючка. Да, я что-то даже сам подметил. Так, ифрит мне нужен. Где он? Вот он. Всполох, блин. Какой нафиг всполох? А какие еще мечи можно сделать? Из чего еще можно сделать? Слизневый меч. А, слизневый меч 11 урон наносит. Очень даже хороший. Но для него нужно 6 сгустков слизи. Так это надо убить всего лишь несколько. Казалось бы, все так просто, но не только нужны 6 сгусток слизи, нужно 3 алмазных меча. Три алмазных меча, да, мощно. А какие еще мечи есть? Так, пылающая ярость надо из дикого огня сделать. Видимо, наверное, он выпадает из этого адского лучника, который мне так сложно убить. А еще для него надо 6 адских мечей, которые по 12 урона наносят. Который адский меч делается из огненного порошка, 6 штук одной палки и 2 редстоунов. Причем не просто редстоуна, а руды редстоуна. Необработанный. И как нам такую получить? Не знаю, надо смотреть как. Мы же когда выкапываем эту руду, с нее сразу редстоун выпадает. А шелковое касание. Как вариант. Так. Что тут еще по мечам есть? Этот из алмазной руды. Кусок бедрока.
А вы намекаете, что можно сделать бедрок? А, изрубь его блока и обкладывать этим обсидианом. Ничего себе. 11. Так, надо отправиться. Ладно, ладно, поищу адских пауков. Красных пауков и попробую погасить немного. Но на самом деле. Они очень сейчас опасны для меня будут. Кстати, у меня появился какой-то новый меч, но он слабее, чем алмазный. Так что будем пользоваться алмазным. Так, вот они. Прикольно. Под лестницей нашел 21. Так, ко мне идет. Ко мне, зараза, идет. О, идея есть. Я даже ни разу не ударил по нему, блин. Короче, с этим сложно было бы. Не знаю, где можно заполучить, наполучать таких я. Я помню, с них упадают такие штуки, но. Опа, эндермены уже начали ходить здесь. Слушай. Ладно, хрен с этим пауком, меч того мы не сделаем. Я попробую побегать, поискать новых биомов, но сначала поспать надо. Предлагаю поспать, как думаешь? Идея хорошая. Я уже лег. Но только мне сейчас надо бы... Победить эндермена. Ай, меня эндермен мутузит. Ай, спасайся, кто может. Тебе помочь, наверное, надо. Да. Ну, ё-моё, я сейчас из дома выходить идти. Он что, на крыше где-то тусует, что ли, или чё? Что-то вы оба с карты пропали с эндерменом. А, вот вы где. Он ко мне в дом-то может тэпнуться, нет? Они оба, а два эндермена к тебе домой забежали. А ну, идите сюда. Одного убил. Все. И того, и друг, и о, того, идеально. И того убил. Правда, жемчуг только с одного выпал. Ну ничего, у нас хотя бы есть жемчуги. И жемчуги надо копить и копить. Че, спим? Да, сейчас положим. Сейчас жемчуг положу себе. По поводу мечей, короче, надо будет этим заняться. Огненный меч сделать себе очень тяжело будет. Ладно, я, короче, прямо сейчас займусь поисками биомов. Стану кем-нибудь таким. Так. Стану, надо заняться фермой еды. Превращусь в ворону, да. И полечу искать. У меня очень ответственное задание появилось. Правда? У меня появилось задание ответственное. Надо... Мне? Сделать... Нет. Нет, а мне надо сделать ферму. Ну вот, еды. Займись, а я, короче, полечу искать другие биомы. Хотелось бы найти джунгли, а еще больше хотелось бы найти зимний биом. А то у нас в шпиле ничего нету. Карта прогружаться, конечно, будет еще. Ну, а это то самое место, я до сих пор помню. Тут лес, короче, горит до сих пор. Как он до сих пор не сгорел? Уже сколько времени прошло уже, он до сих пор горит. Ты если найдешь, то это, так скажем, пожалуйста... О, нефть так горит. Это смола вообще-то горячая. Нет, это именно нефть. Это именно нефть, которую я собирал для тебя. Она горит прям очень мощно. Вот почему лес загорелся. Тут рядом льется лава, а лава льется прям в нефть, и от нефти загораются деревья. Ай.
Надо заткнуть лаву. Так, пока температура двигателя так, пусть готова упадет. Лава. Лаву я заткнул. Теперь надо тушить деревья. Так, надо сходить за булыжником быстренько. Если я это не остановлю, это погубит лес. Ох, какой ты у нас заботливый. Супергерой. Ты о лесе заботишься, это хар. О, железная руда. Какое счастье. Ой, сколько здесь всего. Какое разное барахло у нас есть. Кажется, потушил. Так. Во-первых, так, на поиски дня. У нас дальше. Нет еды. У нас нет еды. Это у тебя нет это еды, первое. У меня есть еда. Так, я нашел песочный биом, но песочный-то мне не сильно нужен. О, стоп. Песок мне нужен будет. Очень много песка, пожалуйста. Эх, очень ну много. Для общего блага, если что. Во имя да. сохранности и во имя блага общества. Кошмар, как ты это сказал, конечно. Так. Черт, кактусы друг об друга сами об себя, когда падают, они пропадают частично. Это надо ходить сейчас собирать их махом. Да. Жалко нет какого-то автосборщика кактусов, а? Ого! Я с маленького участка собрал больше стака. Слушай, нам надо лазурита много будет. Ну, где я тут летаю? Нет лазурита сейчас. И стол. Я планирую зачаровальную себя лазурит. Дома сделать. Это круто. А еще нам надо будет лазурита. На третьем этаже. О! Я нашел сеновый дом. Мне нужно стать. А, вот этим чуваком стану. Сено. Надо принести тоже его домой. Хотя у нас сено, по-моему, есть сейчас. Точно, хлеб можно было скрафтить. Ё-моё, чё я не догадался. По-моему, в этой версии, насколько я помню... Нет, по-моему, должны быть. А пустынные зомби, по-моему, в этой версии уже должны быть. Возможно, есть они. Кактусов много не бывает, поэтому сейчас сажу еще раз. Кадавры. Пустынные зомби. У нас ровно 3 стака всего лишь кактусов. Кошмар. Кстати, мы сколько кирпичей ровно. Собрали, мы никуда кирпичи не применили обычные. О, я хочу кирпичи, кстати, применить. Я хочу построить. Я мог нам сейчас еще типа собрать. Набирай кирпичи с песком. Можешь сено, конечно, еще принести желательно. Мясо гидры тут еще осталось. Я просто взбесился, включил креативный режим, убил гидру. Ну и правда трофей ее не забирать не стал, потому что это бесчестное дело. Повезло, что гидру победила. Я вот пытался в выживании в прошлой серии побить. Да, мы победить, даже... Точнее. Наши мечи слишком слабы для этого. Ну да, так-то. Блин, мы бы вдвоем бы ее не смогли бить. Даже убить. Во всяком случае... Ну, может, и смогли бы, но на это бы очень много времени бы потребовалось. В более старых версиях ее убить было проще. Намного. Надо что-то выкинуть. Зачем и почему у меня я рупиевые и медные слитки не выложила? Вопрос к тебе. Да. Во, великолепно. Картошка посажена новая.
16 картошек. 16 картошек. Печь. Картофелин. Это мы запекаем, это мы тоже запекаем. Запеканки сделай, да, на обед нам, да. На ужин. У нас есть всего лишь 93 кирпича. Так. Сейчас будет еще. Я насчет хозпостройки. Раз, два, три. Жопу подотри, понял меня? Не смешно. Раз, сам два, же так три. Говоришь. Раз, два, три. Раз, два, три. Думаю, хватит. Теперь. Не, может по четыре лучше делать, а? Да, идея есть. Что-то выкинуть надо. Да ну, светящуюся пыль. Раз, я еще два, стаков три, таких же наберу. Четыре. Раз, два, раз, два. Задолбался два, я три, уже четыре. Рубить и собирать это сено. Лучше дальше полечу. Так, точно четыре. Точно четыре. Теперь здесь. Так, акации тут растут у нас. Четыре. Тут пещер, куча всяких. Надо метку поставить, тут будет пещерка. О, красота. Сейчас по 4 блока сделал. Нет, по 3. Или по 4. Ладно, по 4. Тут несколько проходов в пещеру сразу. Кровати жаль нету с собой. Ладно, придется. Когда ночь наступит. Когда ночь наступит, придется это. Еще. Тут еще пещера, обалдеть. Когда ночь наступит, придется домой так кошкаться. О, еще домик с сеном. Я уже заколебался собирать сено, поэтому я кирпичи просто соберу. Ну вот собирай лучше кирпичи, они нам нужнее будут. Сено и так дофига. Вот на новых версиях, если мы будем снимать летсплей, будет прикольно, потому что есть ошкуренные деревья. Ошкуренная древесина, точнее. Да. О, это... О, да. Я нашел интересный биом. Правда, не тот, который мне нужен. Я это нашел, короче, биом с оранжевым песком. Терракотой можешь или чистый песок оранжевый, ты имеешь в виду? Тут оранжевый песок и обожженной глины всякой полно. А, это же это, как она? Блин, я не помню, как она называется. Я тоже. Но я поставлю тут метка. Красный, ну, точнее, красный называется песок, но по цвету это так оранжевый. Сейчас, когда там, погоди, я сейчас туда это... Ты пахнусь к тебе, я хочу песочек. Роттер Санд. Красный песок. Такая песня в Рамштайне есть. О, так это ж терракота вообще-то. А, да. Тут обожженной глины полно, и из нее тоже много чего сделать можно полезного. Так. Правда, я не могу сейчас, правда, я сейчас собирать это не буду, потому что у меня весь инвентарь забит. Надо было... Ой, еще нефть. Терракота. Переносные кровати надо было взять с собой. Так, вообще надо еще будет... Чё, ты домой вернулся? Да. Ну давай поспим, потом я, да я обратно строю, сюда вернусь. Сейчас я тогда чуть-чуть здесь построюсь еще. Соединю. Ты, кстати, посмотри, как это тебе... Вот начинается пока что постройка этой. Ну-ка, дай-ка посмотреть. Нам надо будет много березы, слушай, ладно? А, это? А чё это будет? Нам надо... А это будет здесь животные содержаться. Я планирую 4 вида животных по одной клетке содержать здесь. Типа, сейчас я тебе объясню, как это будет. Отойди. Сорян, конечно, что пришлось, но... А вот будут квадраты 4 на 4, там будут содержаться животные.
Там вот курицы, свиньи планируются, овцы и коровы. Но это как я пока планирую. Не факт, конечно, что так и будет, правда. Так, окей. Надо опять дуба. Дуб. Так, предлагаю поспать. Да, сейчас. Кстати, я чуть больше стакан песка набрал. Это хорошо. Положи потом его на переплавку, ладно? А, вот. Шлем у меня, кстати, новый. Этот шлем закрывает мой глаз. Так, что, спим? Сейчас бегу это кровати. Так, отдаю тебе песок. И лечу дальше. Искать джунгли или зимний биом. Вот в зимнем биоме мне бы не помешало сейчас побыть. Где ты у нас? Ну-ка, не иди сюда, лови песок. Сейчас, погоди. Ты из алмазов штаны сделал или из чего они? А я фиг знает, из чего они. Штаны были, я их ношу до сих пор. Так. А я тут дуб собираю. Оба, овечка есть, слушай, но... Овечка, прости. Надо будет овец, кстати, потом пособирать все-таки. Кучками так. Так, темный дуб. Так, короче, в это место мы еще вернемся. Если вот. Найдешь уголь, накопай угля, ладно, побольше. Да, вот. Да, понял уголь. Да, ну вот. Вот обожженные глины бы этой пособирать. Ну, у меня метка есть, я потом пособираю тоже. У меня тоже метка есть. Но пока мне не до этого немножко. Блин, но а вот если из, вот в глины. Ну вот и желтый глин. Может реально что-нибудь можно было бы построить. Ну да. Можно было бы что-нибудь такое годное. О, я золото нашел. О, четко, прикольно. Так, здесь не будем делать такие... Да ладно. Нет, не буду делать такие... Сочленения. Сочленения. Какие нафиг сочленения? Ну, я имею в виду соединение построить. Ой, господи, я чуть не подумал, что это лава. Это не лава, это красный песок. Так, итак, внимание, вопрос. Внимание, вопрос. Я слушаю. Нам надо будет березы. Если найдешь березы, принеси, пожалуйста. Есть метка у меня на березы. Но мне надо. Но я бы хотел другой биом сейчас поискать. Именно березу надо. Именно березу надо будет. Так, свинец тут еще есть. Такс. Блин, береза, 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 береза. Золотишко тут довольно-таки немало. Ой. А, это крипер. Крипер ко мне, короче, подходил и сгорел в лаве. Норм, чё? Дебил. Пластика. Так, еще береза. Крипер. О, ладно. Еще березы какую-нибудь накопаю. А почему надо крипер ничего очень... не взорвал? Мы же это включили так, чтобы... Видимо, кажется, не включили. Видимо, это надо будет каждый раз при перезаходе, видимо, делать. Может быть. Ну ладно, фиг с ним. Фиг ладно, с ним. Да. Мы все равно в большинстве случаев не даем криперам взрываться. Ну, и так пусть будет хоть. Летим дальше. 18 блоков только нашел. Так. Ищем другие биомы, хорошо. Ищем другие биомы. Да, обалдеть, да. Какой длинный этот. Оп. О, великолепно. Блин, ну обалдеть, сколько тут этого песчаника, этого обожженного, обожженной глины, сколько это здесь, ну-ка. Терракоты, может? Я вообще в туст. Обожженная глина. А, обожженная глина называется. И да, она там, как ты видишь, находится. Вот
Вот желтый я точно пособирал, но сейчас немного не до этого. Блин, кончилась березка. Надо еще берез накопать. Так, летим за березой. За Короче, березой, такое за вот березой. мне Опа, еще какая условие. ветвь. Если вижу эндермена, сразу незамедлительно убивать. Хорошая мысль. Ну и А, пока. так, опять Слушайте, березы песчаный дома нет? бион. Кого? Березы дома нет? По-моему, нету. Схожу, посмотрю, если что, одолжу у тебя березки немножко. По-моему, нету. Я березу особо не Ну, я... собирал. Сейчас посмотрю Она у мне тебя... не пригождалась. Так. Сюда пока не Березовые пойду. ступеньки вижу только. Да, березы у тебя нема. У тебя 4 алмаза, есть у меня 2 алмаза, кстати, есть. Ну да. Тобой или добытые? Они. М? А, по-моему, откуда-то выпали с какого-то А с ротара, босса, может? по-моему. С ротара, может, выпали. Я не помню, откуда они у меня выпали, но они откуда-то у меня выпали, я это точно помню. О, я нашел песчаный храм. О, стой, подожди, 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 обожди меня, пожалуйста. Меня обожди, пожалуйста, ладно? Макс, Я ты... нажал случайно на плиту. Молодец ты. Бесполезный, конечно, храм получился. Все, больше ничего тут не... больше делать нечего здесь. Ладно, Молодец, может конечно, еще ты храм испортил. найду. Если Значит. я нашел деревню. Это, Если у меня по-моему, есть та деревня, в картошка, я которой мы соберу играли, кстати. картошку точно. Больше, пожалуйста, не суйся туда, ладно? Вот так Да вот я забыл, резко. что там посередине плита. Не знаю, я сколько в Майн не играл когда-то, я всегда знал, что там плита посередине Я находится. забыл. Блин, кактусовый Да монстр. уж. Так, а дальше тупо Выкинуть, вода просто выкинуть, идет. выкинуть, выкинуть, Там вообще выкинуть, дальше есть выкинуть. что-нибудь или нет? Или это все, так оно до конца и будет вода? А, нет, вижу землю. А, это островок Земля. маленький всего лишь. А, вот еще вижу землю. Тоже поди островок. Да. Здесь тоже земля. Так, сюда всякий хлам буду пока сваливать. Я пока по золотым сундукам все разберу. Ой, по железным своим сундучкам разберу. Это что такое? Потому что здесь надо Нефти сколько в прибраться воде, было а? бы. Вообще, кстати, это типа так и должно быть. Так, потом вот это. Теперь краситель зеленый есть, потом Короче, дальше светокамень, все значит, острова идут. тоже. Надо в другую сторону лететь. ТП-шку из домой и в другую сторону лечу. Так, А это прежде, но есть. прежде чем лететь, поставлю на плавку золото или нет. То, что у меня там есть. Все, что нашел. Так, Я не это знаю, пока что можно свалить из сюда меди весь этот сделать хлам. полезного. Это битком, этот сундук битком, этот что у меня? Тоже уже битком. Что, тебе показать, где можно березы набрать? Да я уже набрал, сколько мне надо было. Ну О, я ладно. еще нашел березы. Фу ты, блин. Просто у меня целая Так, березовая ладно, роща пусть. есть в этот, в метках. Да потом. Я сначала займусь другими делами тут. Пока надо заняться другими делишками. Куда падаешь? Что, силы потерял, что ли? Ворон. Ворон. Так, порох. Ай, так, Еще два пещеры. алмаза. Короче, пещеры, может, на следующий раз у нас уйдут. Ой, я нашел деревню. Или, может быть, мы тут были? Нет, мы тут Я не были. знаю, Я где был мы. здесь. Тут урожай собранный.
А еще тут, кстати, вода в грядках замерзшая уже в лед. Значит, ты в той деревне, в которой уже Которой наступает. я был. Значит, что скоро будет зима. Скоро будет зима, значит. Да, возможно. Но хотелось бы именно в зимний биом сходить, потому что там могут быть там зимние монстры, чтобы были мне надо. Из них много чего полезного можно. Из некоторых там могут хорошие алмазы выпадать. Ледяные алмазы. Из них можно крутой меч сделать. Такс. Блин, я опять и Я кровать пока забыл. здесь всякий хлам пока здесь разбираю. Уже тут Ладно. столько всего, что выбросить бы надо было бы нам. Еще пещеры. Да сколько же в этом мире пещера? Так, беда. Так, ну это не совсем зимний биом, это Цветокамня очень просто горы много. со снегом. Так, Ну, раз да, уж, слишком ну, вот много здесь, ну, цветокамня. поскольку снег тут в горах, то значит, где-то может быть и зимний биом поблизости. Уже, да, хорошо будет. Коров-то сколько, тут еще один домик с сеном. Боже, сколько всякого барахла у меня есть. Так, уже ночь наступает, наступает ночь. Нотч, нотч. Так это растет. Карьер скоро Хрен с ним. перестанет работать. Не Потому что опять исключаю. дырочка кончается. Эндерменов что-то я Надо не... угля еще будет Что-то я, кстати, накапать. не... О, еще деревня. Вот тут, по-моему, и мы точно не были. Собираю картошку. Собираем картошку. Верхнюю сундуке Собираем начал. морковку. Можно Собираем класть. морковку. Опять сбивать начинает все дело. Так, все, накачал воды. Картошка, еще картошка. Так. Жаль, у жителей нет кровати в этой версии. В 1.14 то у жителей кровати и в домах могут быть, где криперы. Ну-ка, крипа, 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 крипа. Сколько у него урона, блин? 10 урона у топора. Серьезно, я уж лучше буду топором биться, чем мечом, блин. А, блин, я забыл, что крипер мир не разрушает. Я надеялся, что это криперы урожай соберут. Слишком много хочешь, мой Криперы друг. урожайники, да, это особая серия криперов. Боже. Где-то у меня еще есть сундук. Зачем мне карта Ненужный. сумеречного леса? Карта сумеречного леса до сих пор у меня, блин, в инвентаре. Опять горы со снегом. Но мне нужны не горы со снегом, а эти. Сам зимний биом нужен мне. О, я придумал. Я буду сейчас собирать всякие руды в одно место, чтобы они собирались хотя бы у меня. Руды? О, Нет, руды секунду, есть это руда. зимний биом. Я нашел зимний биом. Молодец. Я зимний биом нашел. Так, поскольку сейчас ночь, надо прямо сейчас наличие монстров посмотреть. А это что еще за домик? Какой-то ледяной домик тут. С красным факелом внутри. Шахтер? Макс, О, шахтер. в этом домике кровать есть, я могу поспать тут. Прикинь, давай, хочешь А поспать? откуда у шахтер был? Нет, у меня здесь шахтер приперся. Ну, блин, ладно, беру, забираю эту кровать с собой, значит.
И верстак этот тоже забираем. Вот. Ты зачем материшься? Дождь пошел, а я ифрит. Беда, беда, ты беда, не беда. Материшься. Я не матерюсь. Ты матернулся, вот. У меня меч сломался. Так, внимание, вопрос. Умею ли я быстро бегать? Конечно же умею, а еще умею летать. Что-то я... монстров из зимнего биома пока не... О, вот, я нашел одного. Одного нашел. Я должен убить его. Спать будем? А, это опять глюк. Ладно. Сейчас займемся этим... глаконом. Ой, их двое. Вот с них камни эти могут выпадать. Я продолжу, пожалуй, угасить их. Ох, давно я ждал встречи с ними. Эй, они ушли. Ну, ё-моё. Они исчезли. Давай спать. Я тебе предлагал поспать, сейчас уже не могу. Ладно, ставлю кровать, спим. И заканчиваем на этом серию. В следующей серии продолжим. Я продолжу исследовать этот биом. И надеюсь, что буду... и надеюсь, что найду еще таких глаконов. И поубиваю их. С них, потому что эти самые камни ледяные выпадают. Вроде бы. Ладно, на сегодня все. С вас и Коспитус. С нас эпичный видос. Подписывайтесь на стримерский канал, на мой влоговый канал. Спойлеру ВКонтакте. И всем... Пока.